Так, привет. Сейчас покажу упражнение на позвоночник, очень хорошее. Значит, первое упражнение очень простое, делается легко. Поплевали на ручки, чтобы они не скользили. Поставили их сюда, вот так вот. О. Ножки вот так вот, сели. И когда начинаете делать упражнения какие-то, долго-долго не занимались ничем, делать нужно все очень медленно, очень постепенно. И не там 100 раз, не 50, не 5, буквально 1-2 раза. Вот сделали вот так, выпрямились и потихонечку на место. Вот так. Все. Попробовали еще раз. Опять на место. Все. Чуть что не так, сразу прекращайте. Это потом там по 10-15 раз можно делать. А сейчас вот сделали, если 3 раза, ну вообще хорошо. Сделали все и медленно-медленно назад. Вот так. Все. Тихонечко-тихонечко. Это первое упражнение. Второе упражнение. Значит, опять, если скользко, лучше, чтобы сцепление было. Значит, задача такая. Поставить вот так вот позвоночник как можно вверх больше, да? И голову сюда вниз, потом как бы вытягиваете позвоночник, а потом опускаете вот так вот его вниз и голову запрокидываете вверх, вот так вот один раз, потом еще раз и еще раз, медленно-медленно. Все, чувствуете, тяжело, все, значит стоп, не надо рекорды ставить. Можно там по 10-15 раз сделать, но лучше сначала по 1-2 раза, просто попробовать. Так, дальше, какое еще упражнение? Тоже в такой же позиции, вот так. Вытягивайте как можно больше и поворачивайте таз в одну сторону, а вот этот бок вот в эту сторону, на противоположную. Но задача просто его вытянуть, и вот так вот его раз и вытягиваете. Когда хрустит, когда нет. Все. Сделали пару раз, пару-тройку раз. Все, и хватит. Кто-то задохнет, ну, будет тяжело дышать, тогда один раз сделать. До 5-10 оно дойдет быстро потом. Привычка должна быть. Вот. Дальше что? Дальше еще такое упражнение. Вот такое. Но его, вот это упражнение, лучше не делать тому, у кого там давление, что-то такое. Потому что оно статическое. Статические упражнения нужно делать очень аккуратно. Чуть что не так, сразу их прекращать. А лучше даже, может быть, и не рисковать, если что, и не делать вовсе. Вот так вот. Ложитесь. Оп. Руки в стороны. Коленки прижали сюда, обхватили руками. И потом их как бы отталкиваете. А подбородок тянете туда. Вот так. Раз. И замерли на несколько секунд. Раз. 2, 3, 4, 5. Все. Еще разок. 1, 2, 3, 4, 5. Все. И хорош. Все. Рекорды, рекорды тут не нужны. Главное постепенность, плавность и потихоньку. Все. Со своим здоровьем шутки шутить опасно. Еще одно упражнение. Плевали на ручки. Очень простое. Встали вот так вот. И просто вот так вот походили по комнате. Конечно, выглядит, может быть, и не очень эстетично, но для здоровья очень хорошо. Прямо по комнате, или даже так вот, если есть возможность, подальше. Вот эта вот ходьба, она как бы здесь позвоночник весь начинает гнуться. И чем он больше гнется, тем больше у него свободы получается. И так вот, если постепенно, он разрабатывается. Разрабатывается так, так. Эти несколько упражнений буквально вот с позвоночником чудеса творят. Ну вот пока все, что хотел сказать.